Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний в ауле Гюрюльдеук. Здесь в новом учебном году распахнул свои двери для 112 учеников новый образовательный комплекс в формате «Школа плюс детский сад». Подробности у Мурата Джанкезова. Современная двухэтажная школа построена на месте ветхого маленького здания старой. Если раньше дети учились в две смены на 450 квадратных метрах, то сегодня общая площадь новенького здания составляет около 4000 квадратных метров, и все учатся в одну смену. В просторную и комфортную школу на 165 ученических мест сегодня пошли 11 первоклашек. Впервые торжественным поднятием флагов России Карачаево-Черкесии началось праздничное мероприятие со школьным новосельем, приуроченным к столетию республики, собравшихся поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Мы отмечаем День знаний в новой, красивой, инновационной и оснащенной школе современным оборудованием. Скажу вам честно, такой школе позавидовал бы, наверное, любой бы и городской школьник. И, как сказал наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, равное качественное образование для всех. Именно такую цель наш президент и ставит перед всеми органами власти. Поэтому обеспечение доступности образовательных услуг, создание условий для качественного образования, воспитание и развитие детей – это одна из первостепенных задач, которая стоит как перед органами государственной власти нашей страны, так и перед всей Карачаево-Черкесской республикой. Пусть ваш путь в мир знаний будет легким и интересным. Хочу пожелать вам больших побед и успехов в учебе и на пути взросления. С особым трепетом ждали открытия новой школы и родители учащихся, которые выразили искренние слова благодарности. Становится лучше и наряднее наша Карачаево-Черкесия. А самое главное, для детей создаются прекрасные условия для их умственного, физического и эстетического развития. Огромное спасибо еще раз от всех благодарных жителей нашего аула. Главное событие праздничного дня – это первый звонок. Заливистый его перезвон напомнил всем, что пора в школу за парты. Глава республики Рашид Тимрезов ознакомился с условиями, в которых учатся школьники и воспитанники детского сада. Для детей и учителей здесь созданы прекрасные условия для качественного образовательного процесса. Просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием, вместительный актовый зал, столовая и спортзал. На территории школы построена современная уличная спортплощадка с двумя полями, а также детские игровые площадки для воспитанников детского сада, которые посещают около 40 дошколят. В этой школе созданы все условия со всеми стандартами, которые требует наша образовательная система. Наши дети будут учиться в одну смену, что это очень хорошо, благоприятно. А в старой школе мы занимались две смены, было очень неудобно. И перемены были очень коротенькие такие, которые не соответствовали санитарным нормам и правилам. Ну, на данный момент мы имеем уже совсем другие условия. Это одна из лучших школ нашей республики, так скажу. 1 сентября – особый волнующий праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог, и для тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытии школьной дороги. Ко всем напутствиям и поздравлениям в адрес учащихся и педагогов присоединяется и наша съемочная группа. Мурат Жанкезов, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Гюрюльдеук.